Еще не все потеряно. Около 100 российских спортсменов ждут разрешения на участие в Олимпиаде в Рио. В основном это представители академической гребли, гребли на байдарках и каноэ. Решение по ним Международной федерации должны принять не позднее 31 июля. Осталось совсем немного времени. Добро на участие в играх получили 270 спортсменов из почти 30 видов спорта. Часть из них уже в Рио. Остальные отправились на главные старты 4-летия этим утром. Это сборные по волейболу, гандболу, боксеры, синхронистки, теннисистки, тренерские штабы и медики. Делегацию напутствовал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Ждали этого дня, с нетерпением волновались, нервничали. Вы знаете, какая непростая ситуация у нас была. Но сейчас уже надо отбросить все переживания, все нервы. Сборная России едет на Олимпиаду. Сборная России прекрасная команда. Все, кто здесь стоит, это лучшие наши спортсмены. Не только наши, лучшие спортсмены в мире. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сохраняли свой боевой дух. Не отвлекались ни на какие возможные инсинуации, провокации. Шли намеченные цели так, как мы шли к ней всю жизнь. Также он сообщил, что в составе нашей сборной по тяжелой атлетике защищать честь страны будут только трое спортсменов. А для легкоатлетов, включая Елену Есимбаеву, шансов уже нет. С улыбками, с аплодисментами всех.